Но дело в том, что я была в Крыму сразу после прохождения референдума, и так, наверное, с долей сарказма спросила, ну что, прям все, вот сколько там, 90 или 80 с чем-то процентов. Он сказал, даже больше, таксист, местный таксист. Люди сделали свой выбор, и каким будет его, их будущее, зависит от них. Не надо сидеть, ждать, что Россия что-то там как-то превратит Крым в золотые горы. Но это прекрасный край, плодородный край, с красивыми местами, ресурсами, и самое главное, с людьми, которые душой хотят быть с Россией, поэтому все у них будет в порядке.